Мать ребенка до последнего надеялась, что похититель одумается и не станет исполнять свою угрозу. Когда Лейсан Галимханова порвала со своим любовником, мужчина обещал убить ее и покончить с собой. Однако вместо Лейсан Радиф Латыпов похитил ее дочь, 13-летнюю Алину. В Мартинском районе Республики Мариэл обнаружены тела 13-летней Алины Галимхановой и ее похитителя, 40-летнего Радифа Латыпова. В лесопосадке возле деревни Нужключ полицейские нашли тело Алины Галимхановой с ножевым ранением. Сам Радиф Латыпов найден неподалеку. На месте также обнаружен автомобиль похитителя «Нива» бордового цвета. На «Ниве» Радиф и увез девочку. Он встретил ее после школы и предложил подбросить до дома. Затем сам позвонил ее матери и предложил прийти к нему навстречу. Но женщина испугалась и отправила к похитителю свою мать. Когда я подошла навстречу, он лишь крикнул: «Мне нужна Лейсан, а не ты», и уехал. Я побежала за машиной, но следы от колес потом потерялись. Алина внутри не увидела, но сразу позвонила ей. Телефон взял Радиф и сказал, что девочку не отдаст. Поиски пропавших длились 4 дня, но, скорее всего, уже тогда девочка и похититель уже были мертвы. Местоположение тела удалось установить после того, как Латипов отправил СМС своему родственнику с просьбой позаботиться о своей семье. Кроме того, в своем СМС Латипов сообщил, что оставил записку, из которой будет ясно, что с ним произошло. Убийство девочки из мести ее матери было совершено с особым цинизмом. Радиф Латыпов был женат. Совсем недавно его законная супруга родила ребенка. В предсмертной записке он просит близких, цитата, «сильно его не ругать и позаботиться о его ребенке». Булат Ишмухаметов, Дмитрий Ермаков, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир».